Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня я хочу рассказать о схеме посадки сладкого перца, рассады сладкого перца, которую мы произвели вчера. Вчера мы высаживали, я это все подробно снимал, но ночью, уже когда я начал обрабатывать видео, оказалось, что порывы ветра просто заглушают мой голос, поэтому сегодня я вынужден с утра, пока ветер не такой сильный, переснять это все. К сожалению, не смогу показать, как опускать растения в луночки, но я думаю, это ничего страшного нет, потому что главная цель этого видео не показать, как закапывать рассаду, а показать, рассказать именно схемы посадки по два растения в одном гнезде. Вот это главная цель видео. Потому что многие подписчики спрашивали, как вы знаете, кто смотрит наши видео регулярно, мы выращиваем по два растения в гнезде, друзья. Итак, ну прежде всего, перед высадкой рассады необходимо дождаться, пока температура почвы прогреется хотя бы до 10-12 градусов выше нуля, а температура, дневная температура воздуха будет 13-15 градусов, средняя температура. Вот это основные погодные условия для высадки перца. Чересчур ранняя высадка рассады, именно перца, как вы знаете, перец, он теплолюбивое растение, может привести, чересчур ранняя высадка, к торможению развития, возникновению болезней и так далее. То есть негативные будут какие-то моменты в развитии перца. И вместо того, чтобы получить раннюю продукцию, мы наоборот его останавливаем в росте. Лучше немножко переждать и высадить попозже, но именно в оптимальных температурных режимах. Итак, друзья, перед посадкой также мы обработали почву неглубоким рыхлением, убрали весь сорняк, чтобы сорняки не мешали нам, механическим способом все убирали и произвели высадку. Итак, главный вопрос, какая же схема высадки? Ну, как я уже сказал, выращиваем по два в одном гнезде. Схема высадки бывает разной. Если вы выращиваете по одному растению в гнезде, я сделал короткие наброски по схемам, потому что не все выращивают по два перца, насколько я знаю. Можно, если по одному растению, значит, вы выращиваете, ленточная двурядная посадка, это 45 сантиметров между рядами и 80 между двумя рядами, между каждыми двумя рядами, вот 45 между рядочками, 80 большое междурядие, опять 45, два ряда идет. Это такая схема. И в ряду растения должны быть 20 сантиметров друг от друга. Это если выращиваете по одному растению в гнезде. Если же, как мы, вы выращиваете по два растения в гнезде, схема посадки, друзья, 70 сантиметров между рядом и 30 сантиметров между каждым гнездом, каждой лункой. 70 между рядом, 30 между каждым растением в ряду. И также есть двурядная схема посадки по два растения в гнезде. Немножко она, конечно, отличается от посадки по одному растению. 50 между рядочками, потом идет широкое междурядие 90 сантиметров и 30 сантиметров между растениями в ряду. Вот такая схема посадки. Друзья, за счет того, что перец это солнцелюбивое, но тем не менее перчины должны скрываться немножко под листвой. Тогда плоды вырастают не прижженные, солнце их не повреждает. Они скрываются среди листвы и хорошо развиваются. Мы получаем качественные плоды. Вот, друзья, собственно, по схемам, такие схемы посадки используем и использовали, когда выращивали по одному. Результаты очень хорошие. Желаю вам всем хороших урожаев. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Всего вам хорошего.